Всем привет, ребят! Ну что, настало время протестировать первую битву гильдии без артефактов, с смотрителями. Я не буду сейчас собирать специально по дроне на смотрителей дерево, которое как бы отвечает за включение этого стража, чтобы он там отхил дал. Насколько я помню, он хилит именно. Это все как бы не важно. Самое интересное посмотреть, сможет ли Ронин на битве гильдий трешевать, как это было раньше. Давайте сейчас посмотрим изменения. Он у меня 12-12, сразу же сделаем обзорчик. Посмотрим, что с него все-таки получилось на такой прокачке. Так, ищем нашего Ронина. Роня, вот он. Скрытый дзен. Так, на десятке 600 урона, кулдаун 4 секунды. Каждые 0,5 секунд он бьет, крита до хрена, иллюзорный 4,5, каждые 6 секунд. Также повышает шанс критической атаки на 90. Поменялось у нас 660 урона, 60% урона, добавилось 12 точности, каждых 3 секунды. Тут у нас ничего не поменялось, ну и в принципе дальше тоже, как видите, инвиз не поменялся, просто добавилось еще точности и плюс 60% урона. То есть увеличится урон, увеличились статы и появилась у нас точность. Вот так вот. Так, идем посмотрим на него. Давайте сейчас его, вот он у меня уже на таблетке стоит. Вот так он выглядит, то есть жизни, как видите, у него уже больше бонусами. 171 тысяча, то есть у него в районе 300 тысяч, свыше 300, 350 будем считать, пусть будет где-то так. Утекание 6, 12-12, 8 ожог, который дает 50% шанс на невосприимчивость к урону. Плюс у него стоит Феникс, который наносит урон по области. В снаряжении у меня стоит победный выпад, он собран на урон. Уклонение плюс атака. В общем, такая вот сборка. Если вы хотите ходить на битву гильдии, то лучше все-таки скилл ему не качать. Ставить на 1 единичку. Так, ну окей, поехали. Посмотрим, что у нас там сегодня за топы. Давайте сначала, наверное, в рейде затестим. Посмотрим вообще на это, что будет здесь делаться. Так, вот такая у нас вот фигня есть. Кстати, давайте попробуем наверх забежать. Очень интересно. Есть Фрея. Так, ушел в инвиз. Сейчас ведьма может гахнуть. Ну, нормально. Но урон, смотрите, одни криты просто вылазят. Посмотрите на эти криты, это просто жесть. Конечно, раздает критами очень круто. И, кстати, вот срабатывает. О, у него тоже, кстати, срабатывает. И у меня срабатывает смотритель. Ну, вроде как бы держится. Не знаю. Ну там у героя не особо сейчас топовые против нас одновременно срабатывают. Как видите, то есть, ну, я не знаю насчет этих смотрителей, ну, не нравится мне это все. Конечно, это трэш, но вот, вот, смотрите, стычки слили 76%. Вот так вот. Ну, в принципе, мы свое набили, тут больше и не надо набивать им. Давайте еще в рейдер посмотрим на него. Ну, урона, как видите, вполне хватает. Давайте запустим. Вот тут есть огнекрыл сразу на них. Конечно, можно сейчас спамить юнитами, но битва гильдии все-таки идет. Неохота сливать их в рейде сейчас. Ну, вот так вот. Сносят моментально причем. Ну, это огнекрыл. Ладно, поехали. Битва гильдии, сейчас будем тестировать. Смотрим. Милиция 414. Диггери 370. 415. Угу. Поехали, начнем с милиции. Так, ну, расстановка, скажем так, не очень удобная для Ронина. Поехали. Ну, будем пробовать. Он в этой расстановке вот так вот забегает в центр. И это очень плохо. Вот смотрите, 36% его просто ушатали. Моментально причем.
Ну, давайте еще разок попробуем отсюда где-то зайти. Зачем тут дырочка? Тут самое главное, чтобы вот этот его скилл активировался. Вот за ним какая погоня идет. Вот отлично. А тут сейчас он побежит опять в центр. Видите, в чем проблема? Ну, как бы расстановка такая себе. Ну, попадают по нем. Причем конкретно попадают. Так, 68%. Смотрим дальше. Отхиливает 23 тысячи. Ну, сейчас получше уже. То есть я, честно говоря, не вижу там особо проблемы. Вроде как более-менее выживает. Ну все, его слили. 81%. Так, давайте сейчас посмотрим, что у нас там по спаму. Окей, пусть пропадет. Тут нету никого с тех, кто заряжает. Поехали. С нашей бабкой потрешуем. А Фрея сразу активировалась вот так вот. Давай, бабуля. Ну, то есть, видите, вот она включилась. Все, слили. Ну, против Фрея тут никакой прием не поможет. Выпускаем Анубиса. Ну, все, 100%. То есть, тактика Ронина, в принципе, нормально. Можно движевать и не бояться. Но это, опять же, все зависит, или у вас топовая прокачка, или нет. Так, поехали дальше. Следующий, по-моему, здесь, да, 415 тысяч. Смотрим, тут повеселее уже все. Так, Афинка, Огнекрыл, Ворожай. Вот это интересная расстановка. Поехали, будем тестировать. Конечно, мы сейчас на Афину попадем, она нас, скорее всего, ушатает. Ну, будем пробовать. Жалко, нету стрелка. Вот стрелок на таких расстановках очень хорошо заходит. Так, ну больно, больно бьют. Ну, смотрите как, 41%. Афина не дала нам ударить нормально. Так. Ну, поехали еще отсюда. С другой стороны, нету Фрея. У кого есть Фрея, это расстановка. Вот опять молчанка сразу и ушатали. Еще зависит, конечно, от того, сколько тут у героев точности вражеских. Но эта расстановка, вот опять то же самое. Сейчас без проблем Афина должна ушатать. А может и не ушатает, посмотрим. То есть я дерево, как видите, с собой не беру. То есть у нас шанс слива очень большой. Ну, в принципе, пока нормально идем. Полностью весь низ разобрали. Ну, держится. Отлично. Все. Теперь его ушатали, ребята. Так, смотрим. Афина там их подзаряжает, да? Ну, хорошо. Будем пробовать. Так, Баба Изина. Где-то надо вот так вот отсюда зайти. Надеюсь, она нам поможет сейчас. Вот смотрите. Отлично. Вот супер. Она ушатала половину ряда. Так, дальше. Ну, Огнекрыла мы напоследок оставим. Выпускаем, пробуем Анубиса. Чем хороша Баба Зина? Ее правильно запустить, она снесет вам нужный ряд. Ну, думаю, тут без проблем сейчас. Пока он будет стоять в стане и не подбежит. Сейчас убьют, он реснется, еще раз добьем. Ну, 100%. То есть потеряли, грубо говоря, тех же самых героев. То есть тактика Ронина, в принципе, такая же, как и была раньше. То есть не стоит опасаться того, что раньше нам было легче проходить. Да, там он дольше выживал, это очень заметно. Но сейчас, в принципе, изменений, скажем так, я особо опасности не вижу. Ну, у каждого разные прокачки, поэтому... Так, что тут у нас? Поехали. Плюс он у меня еще 12-12, если там на ком-то отражалка, он еще больше будет себя сливать. Ну, сейчас будем смотреть на это все. Так, тут у нас Фрея есть. Можно, конечно, отвлекать юнитами, но видите, я юнитами сейчас не спамлю, а просто смотрю, как он будет все-таки выживать.
Вот 51%. Вот так вот. Так вот, окей. Подумаем сейчас, откуда нам зайти так удобно. Баба Зина. Лучше вот тут ее сейчас расхреначить, эту всю зону. Вот смотрите, как она отлично достает. Все, ее ушатали. Так. Ну, ворожая, конечно, лучше бы я и сюда не брал. Ну, ладно. Попробуем. Попытка не пытка, скажем так. Ну, отлично. Смотрите, как отлично все получается. Вообще супер. Супер. То же самое получилось у нас без проблем. Фрейя нам там без Афины ничего не смогла сделать. Так, поехали дальше. Так. 385, 387. Сколько у нас? Две попытки. 385 и 387. Так, что тут у нас? Фрейя с этой стороны. Ну, давайте запускаем поближе к Фрейе желательно. Хотя можно и через верх. Самое главное, чтобы сейчас к нам подлетит. Вот так вот ушатало. Ничего себе. Жесткая. Стычки попала. Ронин сразу слег. Побежал сразу мстить. Ну, давайте на это посмотрим. Ну, попадают по нем, причем конкретно попадают. Не хватает ему уклонения, как это было раньше. Очень даже не хватает. Вот все, 51% опять. Опять опасность, ребята. Так, ну тут, так как тут Фрейя, вот это Фрейя, она нам даже пользы больше даст. Ну, смотрите, Анубис себе бежит. Бежит, забора нет, он все равно бежит в обход. Тоже как бы бах. Ну, бах, но как бы оно должно быть по-правильному. Он должен туда вообще не забегать. Ну, башенка станище, она вообще помогает. Супер. 96, 100. Ну, так вот. Так, отлично. Ну, 50%, если вы набиваете, то, в принципе, можно бегать и Ронином. Главное, чтобы герои не попадали слишком по нему. Так, ну и тут, по-моему, следующий у нас стоп. Так, стрелок, однозначно бежим через стрелка. Стрелок — это радость для Ронина. Афинка далеко. Вот смотрите, как Ронин проседает. Тут еще Фрейя есть. То есть попадают по нем. Все, слили. Жесть. Давайте снизу попробуем. Ну, там Афина заряжает. Афина тоже нормально долбит. Давайте сюда и попробуем. Все-таки через верх бегать. Потому что чем больше целей будет атаковать, тем лучше для нас. Так-то, а там Афина еще в тотеме была. Вот оно что. Жестко, 28%. Идем через низ, будем пробовать. Хотя тут без разницы откуда. Ну, тут вариант отвлекать. Ну, 54%, вот так. 54. Так, давайте тут сейчас Афинка активируется. Выпустим тут бабушку. Давай, есть. Рановато я, конечно, бабушку выпустил. Ну, ничего страшного. Вот смотрите, как она по центру прошлась. Просто жесть. Просто ушатала половину зданий. То есть от нее
польза на битве гильдии, не знаю, равносильно там. Получше, наверное, чем малышни. Главное, чтобы были рядом здания. Без проблем. Ну, тот же самый. Потеряли двух героев. В принципе, все. 5-321. Вот такая вот битва гильдии была. То есть, по сути, где-то, да, он начинает проседать. Все-таки были лучше арты. Получше все было. Там восстановление. Там шанс был намного выше. Ну, как видите, можно вообще без них обходиться. У меня был арт на крит. И иммун от стана. Все равно это как бы не помешало мне, не надо было этого смотрителя зелененького, не помню, как он там называется. Сейчас на пророка, да, вот к нему Ронин относится. То есть мы без этого, в принципе, справились и потеряли не так уж и много героев. Вы можете еще взять кучу всего, дерева, там, еще добивающих героев. То есть проблем с этим нет. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачной БГ, всем пока.